все? Да. Хорошо. Пошло. На петличке звук идет? На петличке? Ну, наверное. Давай. Как проверить? Никак. Так, ну, погнали. Давай. 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 Привет, друзья! Сегодня мы в мастерской Фокин Пикапс. И сегодня нас трое. Фокин Илья, это наш главный инженер Игорь. Инжир. Да. Игорь Инжир. И Колян, всем известный, он немножко пропал по всем известным событиям. Ну и давай расскажем тогда про него. Погнали. Сейчас, наверное, значит, мы сразу покажем, да, что он умеет, наш Колян. Многим это интересно еще. Ключики, кстати. Вообще, с чего пошла идея у нас, вот, когда вот мы вот это все дело придумали? Во-первых, нам Колян попал до коронавируса. Вот этого. И да, много времени там прошло. Да, времени много. В общем, идея, не знаю, идея сумасшедшая была. Да, мы решили пойти по принципу тачка на прокачку и подумали, что Колян может быть тачкой. И начали думать вообще, что с ним можно делать. И решили, во-первых, сделать ему ключ зажигания. Да, ну тачка, да, это ключи, а хорошая тачка это что? Это Феррари, конечно. Поэтому немножко магии Феррари. Вот это да! Да, тут еще модная подсветочка. Да, ну вот. Что за тачка без подсветки? Да. И при этом она играет. То есть и звук. Класс. Слушай, ну, наверное, надо рассказать вообще, как это все было сделано и что там внутри, потому что с виду это практически обычная гитара, которая... Считай ключиком. Ну, почти, да, ничем не отличается, кроме как ключик. А тут, оказывается, вот она что. Ну, давай покажем. One hour later. Вообще, ты не задумывался, почему Колян написан через букву А? Есть подозрения, да? Ну, мы честно, а почему бы нет? Почему бы и нет, действительно. Почему бы нет? Ну вот, вот тут что-то отвалилось. Ну это ладно. Ладно, и так сойдет. Ох, какая красота. Да, тут напихано много всего, на самом деле. Мало чего понятно. А можешь взять камеру и это поближе снять? А там не видно? Ну, я думаю, можно вот так вот сделать. Тут у нас две интересных штуки, но они тут сплелись, конечно, особо не видно. MP3 проигрыватель. Так, сейчас я его попробую поближе вот снять. Вот он тут такой, так, с флеш-картой. Вот там записаны звуки эти замечательные. Ничего себе. Ну и всем делом заправляет вот это вот Arduino. Ну, вообще, этапы вот этого всего создания, идеи, мы подумали, что... В любой идее есть несколько этапов. Это как-то признание. Так. Отрицание. Отрицание, ненависть, боль. И когда уже все сроки поджимают, ты это просто садишься и делаешь. Да, и принимаешь, да. Пришлось две батарейки поставить, потому что оказалось, что это все очень такое прожорливое достаточно. Да. Особенно светодиоды. А, ну, забыли сказать, что здесь у нас стоят замечательные звучки. Да, про них еще никто не знает почти. Да, наша уникальная разработка, да, бесшумные синглы. Да, это уже вторая версия. Условно анонсирована. Да, но он будет еще третья. Доработанная, да, с небольшими изменениями. Мы еще доработаем, и скоро они выйдут в свет. Да, наконец-то уже, потому что очень часто их... про них и спрашивают, интересуются. Вот тут можно еще увидеть такой мощный переключатель, потому что, наверное, нельзя было по-другому закоммутировать на каком-то обычном, потому что тут сумасшедшая совершенно коммутация, и именно надо, чтобы переключались и звукосниматели, и светодиоды. А если сейчас включить вот это все дело, можно же увидеть, как лампочки там горят, где сами. А давай включим. Посмотрим. Это небольшая задержка. Жук. Да, тут имитация, когда моргает панель приборов. И, соответственно, какая позиция, тот звукосниматель и подсвечивается. Вот такая идея была.
А, даже, наверное, интересное. Ну, пришлось... Я уже не помню, какой он к нам пришел изначально, в каком виде, но что-то мы, по-моему, с него снимали. Что мы с него снимали? Я, честно говоря, не помню. Я тоже. Это уже было очень давно. Я думаю, это не важно. Ну, мы же полностью рабочий инструмент вернем. Да. Рабочий даже. Кстати, вообще интересная идея. Мне кажется, можно туда и другие звуки записывать. Ну, собственно, вот получился такой инструмент. Мы сейчас его обратно соберем. Покажем еще в некотором действии, я думаю. Так что всем спасибо за внимание. Если вам понравилось, то ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк. А самое главное, пишите комментарий вообще. Да, заинтересуйтесь хотя бы. Да, да. Проявите интерес. Или хотя бы сделайте вид, что вам интересно. Да, если вы сделаете вид, что интересно, Илья будет чаще записывать видео. Абсолютно. Да. Ну, вы все поняли, короче. Вы сами знаете, что делать для этого. Все, всем счастливо, да, спасибо за просмотр, пока. Друзья, мы забыли самое главное. Мы уже практически все перестали снимать и забыли, что мы не поставили свой автограф. Наклеечка. Давай торжественно выдрузим ее куда-нибудь. Ну, я смотрю, тут... Да. И вот так. Все, теперь Колян еще и официально нами прокачан. Зарегистрирован. Да. И всем теперь точно пока.